Привет всем, меня зовут Николай Соколов, я представляю программу обучения «Самостоятельный гитарист». Если вы хотите обучаться гитаре и, в принципе, вы настроены на то, что вы будете заниматься самостоятельно, получая задание и отрабатывая его, то в таком случае эта программа для вас. Что она включает в себя? Это видеоуроки, которые уже заранее мной записаны. В этих уроках вы найдете и табы, и аппликатуры, и минусовки, и все-все-все. Подробный разбор. Сам видеоурок, он недолгий, то есть он буквально идет минут 5-10, ну, некоторые подольше, некоторые еще короче, в зависимости от информации, которую несет в себе данный урок. Получая данный урок, вы его просматриваете, выучиваете, разучиваете, и далее отрабатываете этот материал качественно. В этих уроках уже разобраны возможные ошибки и показаны, как делать не стоит и к чему это может привести. Поэтому, если вы можете заниматься сами, но не знаете, с чего начать и куда идти, то в таком случае эта программа подобрана специально для вас. Записав ролик, вы отправляете мне ссылку. После того, как вы отработали задание, вы его записали на видео, на веб-камеру или на сотовый телефон, как угодно, лишь бы это было качественно, лишь бы было видно ваши руки, и это видео загружаете на YouTube. Делаете доступ по ссылке, присылаете мне ссылку. Если у вас все сыграно хорошо и качественно, и сделаны все задания верно, я даю вам следующее задание. Именно постепенно. В таком случае у вас происходит рост. Если вы делаете задание, и в нем какие-то ошибки, и ляпы, иксы, грязь, то мы работаем над конкретным заданием. Столько времени, сколько нам понадобится. Но, как правило, у всех получается все достаточно быстро. В таком случае вы можете заниматься столько, сколько захотите сами. То есть вы можете сделать себе график занятий час, два или 8 часов и отрабатывать это задание. Но сделать все нужно качественно. Итак, если вы хотите развиваться и развиваться так, чтобы за вами кто-то следил, чтобы давал вам правильное направление на задание, то записывайтесь на программу «Самостоятельный гитарист» и уже сегодня начнем с вами заниматься. До встречи на уроках. Пока!